В микрорайоне Зенина состоялся семейный праздник русской культуры и спорта «Русский двор, выходи во двор». Там устроили русские народные забавы, перетягивание каната, фланкировку казачьей шашкой, тренировку по боксу, а также большой русский хоровод и чаепитие из большого самовара. Организаторами праздника выступили русская община округа, администрация муниципалитета и Люберецкая федерация спорта. На спортивных выходных во дворе присутствовали и представители Люберецкого отделения Всероссийского общественного движения «40-40». На праздник пришло более 2,5 сотен жителей.